На новой выставке работы мастеров по дереву «Взгляд в прошлое» в Музее градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска представлено более 80 работ. Почти половина из них входят в фондовую коллекцию «Дерево» Музея-заповедника «Родина Ленина». Сама выставка призвана познакомиться с лучшими образцами, среди которых есть предметы, которые мы представляем впервые. Они яркие, они бросающиеся глаза, они не позволяют пройти мимо. Впервые покинули стены фондохранилища массивный дубовый буфет с обилием накладной резьбы в виде рыб и растительности и элегантный ломберный стол с инкрустацией деревом по дереву. Из ярких экспонатов – зеркало Псише. Выставка знакомит с работами известного ульяновского скульптора, резчика Евгения Усердного. 30 марта Евгений Георгиевич отметит юбилей. В 1975 году, после окончания скульптурного отделения Пензенского художественного училища, Евгений Усерднов вернулся в родной Ульяновск. И с тех пор почти 50 лет работает в детской художественной школе, где учат детей лепить из глины. Но сам он предпочитает работать с деревом. В дереве я работаю, потому что невозможно в Ульяновске работать, допустим, в бронзе, потому что бронза отливается в специальных цехах точного литья. У нас в Ульяновске нет такого цеха, поэтому пришлось как бы работать в дереве. Открытие выставки предварял фильм, снятый сотрудниками музея в мастерской Евгения Георгиевича, где почти все пространство занимает скульптурные композиции из дерева и гипсовые бюсты. Интересно увидеть мастера в деле, как он работает, какие инструменты использует. Кроме того, в мастерской можно увидеть и работы скульптора, которые не попали на выставку. Мастер предпочитает малые формы – натюрморты из дерева, статуэтки, маски, рельефы. Они получаются яркими, объемными, рельефными. На выставке также представлены инструменты Евгения Усердного. Некоторые его работы выставляются впервые, как признался мастер. В выставочном зале смотрятся они гораздо лучше, чем в мастерской. Привлекает внимание рельеф «Симбирск», выполненный из красного дерева. Он был создан по документальным фотографиям старого Симбирска, воссоздает атмосферу того времени. На нем мы видим, что памятник Карамзину, на пьедестале которого возвышается величественная статуя музы истории Клио, окружали соборы Симбирска. Кстати, это копия работы, которую подарили Владимиру Владимировичу Путину. В 2008 году приехал Владимир Владимирович на авиакомплекс. И мне позвонили с администрации области, сказали, срочно приезжайте, снимите работу с выставки, повесьте другую, мы ее подарим Путину. Ее подарили, потом у меня были еще работы для администрации. Я ее повторил, эту работу. И вот эта работа меня потом закупил музей, заповедник, вторую работу уже, вот, которая сейчас висит в экспозиции. На выставке есть работы и другого мастера, ученика Евгения Георгиевича Дмитрия Потапова. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.